Не прошло и полутора лет. Да. Мы начали играть, и Олы не было. Мы играем уже год с лишним, и Ола только появилась в баннерах. В общем, у меня соточка. Ивент я только начал делать. Я надеюсь выбить и Олу, и ее пушечку. Получится или нет, не знаю, но очень надеюсь, что я вот уложусь вот в это число. Ну, поехали. Страшненько даже. Пожалуй. Ну, ты, как всегда, очень в себя веришь. Ну, это да. Я вот с таким числом обычно надеюсь в лучшем случае на ранний проёб. Десятка откручена. А у тебя там кто был? Вот только что кто-то был? А, Мика. Надо посмотреть. Байджу. Так, десятка, 15. И сейчас я уже крутанул 20. Итого 35. Давай. 45. Мика. Пятьдесят пять. Нормально. Летит. Страшно. Страшно было, да. Вот прям наш колодец. У меня проклятие кицинками, у тебя чичами. Да, традишн, так сказать, да. Добро пожаловать в клуб снова. Это твой первый просер со времен, я вообще не знаю чего. Ну да. Ах ты, маленькая жопочка, а я, да, знаю. Она у тебя еще не C6, да? А или ты наконец-то догнал меня, и у тебя C4? C4 она теперь. Ну, мы теперь на равных. Да, блин, ты я... Ты можешь Си нажать или нет? Ну, я кицин C4. Сколько ты не проигрывал-то? Ну, давно. По-моему, давно. Со времен Какоми Козы, нет? А это прошлый сентябрь. Считай, почти год. Понятно. Это типа ты пытаешься с счастливым отрядом приманить. Понятно. Сейчас, если бы была следующая голда, я вообще... У меня такое недавно вроде было, поэтому... Я бы уверовала, честно тебе скажу, прям вообще. Десять. Двадцать. Заново я что-то пошел. Рейзер-то как сыпет. Так они мне уже все C6. А, Калин, который не в баннере. Ну, кэшбэк у тебя пошел. Возрадуйся. Это 40? Да, а мне показалось 30. Или 30, да. Обидно. А, кэшбэк? Угу. Вот этот, да. Десятку.
Сейчас. Ну, это делай. Да, делай. О, трудно. Позорище. Да, да, да. Ну, давай, о, выпадай. Опаньки. Не, блин, ну ладно. Это 60, конечно. На 70, конечно, получится. Обидненько. Вот жалко, нету кнопки, блин, это следующий тыч. Ну, я, например, больше не гадую, что нету в стандарте кнопки за 300 круток наконец-то получить ту леву, которая мне нужна, как в ХСР. Даже делюк только С2. И все это С2 из, блин. У тебя еще на одну кротку. Грузненько. За что? Так а все, у тебя же все мальчики вроде. А, вот Микки, Микку надо дотыкать, да. Ну да, ой. Нет, не сюда дотыкать, со звенья. Нормально он у тебя собрал. Скорее всего в С6. Да, все, уже он уже когда-то в прошлый раз был. Вот на прошлую кругу. Ну и все. А Тома и Рейзер у тебя, наверное, уже давно, да? Да. Ну все, значит, все. Не блестит нигде. Надо было Чичу в отряд взять, как в прошлый раз я брал. У меня не сработало в прошлый раз. У меня на Аято сработало, а на Байджу нет. Ну, точнее, это было после Байджу, но, в общем, Кицин как-то выяснилось, что это работает в обе стороны. Как отпугивает, так и приманивает. Поэтому литовский дядька обломайтес. Вот, иди любуйся птичками с Эй. Еще рыдет тебе. Я пошел плакать и спать. Ну ладно. А, нет. А, да. Да какая разница? Крути давай. Никогда не знаешь. А, нет, не осталось. 72 у меня сейчас. О, так это 100 пудов тогда. Да, ну я и говорю, сейчас она мне точно выпадет. Потому что у меня была чеча. Вот. Господи, осталось 10. Ну, я и говорю. Ну, тут уже точно она. Ну, посмотри, Люба, какая красивая девочка. Лошар. Вот она. Видишь, какая попка. Ну, если честно, модель ее купальника, штанов или что там это друг с другом сшито, я считаю очень неудачной, потому что именно как раз такие модели сжирают офигенную жопку. И трусики шиньха. Да. На голове. Ну все, а здесь вот еще что-то прям много. Да, здесь у нас 47. Хотя мне казалось меньше. Да, ну тут и гарант поменьше. 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Нет, вот он, 47, все правильно он тебе пишет. 47. Да. Ну и все пока. Ну. А сколько у тебя тут откручено? Ты не знаешь? Не. Нет. Больше грузок нет. Понятно, еще и очко. Десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять, ага, сорок семь,
Плюс сейчас была десятка, 57. Слушай, ну вот-вот, прям вот-вот. Спасли Манштадт, убили дракона. Он их перевел сначала. Нет. Из кристаллика. Как условно. Но либо это будет, если это будет песень стру... Этого, не песень, как она. Ты не будешь по одной? По одной? Да, по одной. Я помучаюсь. То тогда у Янки будет новая книжка. Ага, отлично. А у Нины? У Нины, а у меня уже у кого-то есть. Ну, я знаю, что нам тебе... Да два ёбаные самое. Без дюки. Так, еще десятку. И она летит следом. Она летит следом! Блин, ну это в лучших традициях тебя. Боже, у тебя так, по-моему, на всех баннерах происходит. Да сколько ж можно-то, ну? Вот так у тебя тоже на всех баннерах происходит. Я же говорю, будет третья книжка и третья погибель. Не убивай жену, пожалуйста. Зато два очка. Докручиваем. Угу. И сейчас вот до 80-го будет он, да, тянуть. В лучших традициях. Где моя ведерко для ора? Блин, это жесть. There is no escape. Попытка номер три. Угу. Было бы эпично, если бы сейчас третья. Третья вот голда, вот. Да. Угу. И нужно. Но обычно так не бывает. 105-й Беннет. Да. У меня он до сих пор, по-моему, даже не C3. Красивая вспышка во тьме падает. Mm-hmm. У меня ее до сих пор нет. А у тебя ее сколько уже много? Не знаю, но... Сейчас что-то сыпет уже прям. Давай уже, выпадай. Мне вот этих вот шаров уже... Ну, охотник во тьме. Красивый такой лук. Раздарь. Она в следующем баннере. Везет. Она мне вообще помнит. То ли C1, то ли C0. Моя любимая женщина. А у тебя C6. И ты не играешь. Тварь. Все. Больше нет культа. Можно добить еще десятку. Ты не проходил бездну, ты не закрыл БП. Можно добить. Ну не за 3 часа, за 2. Вилуриам. Угу. О, вот тебе еще десятка. Да блин! Ну, как ты сам сказал, у тебя будет до победы. Но на самом деле, вот следующая десятка, она последняя. Боже, еще это дождерез с очком. Вообще, мне тут вон
Ну, я же говорю, я почти уже, вот все. Куда надо зайти-то, чтобы их это самое? Это сколько, 9? Да, тебе насобирать на одну крутку. Иди бездну, 9-10 бегом. На 11-й не ходи, там грёбаный обелиск, вообще туда не ходи. Я в бездне 100 лет не был. Неважно, просто стой. Как в нее играть? Ты там на них сейчас посмотришь, они все подохнут. Ну, по идее, должен. Проверяй. Да. Тут у тебя все нормально. Если что, он подсосет оттуда штучку. Ну это как бы уже да. Уже можешь расслабиться. Как всегда, просто. И то, знаешь, как-то сыграно. Да вот у меня в оружейном это вот вообще постоянно. Поэтому у меня и оружие, помню, инвентарь. Ну, у всего есть свои плюсы и минусы. Брат, с песней разбитых сосен. Полный сосен. Да господи, как зайти-то в этот персы? Самый... Персы? Или что? Ну, вот сюда. Би. Вот у тебя полный книжка. Би. Вот она, погибели. Раз книжка, два сос... книжка, три книжка. Вон, погибели целая куча. Ты, главное, людям это сильно не показывай. Там эти соколы бендские тоже целая куча. У меня ни одного, к сожалению. Я бы очень его хотела. Луки вон эти, то два. У меня один как раз только выпал на торта. Вспышка во тьме у меня уже одна Т5. А, одна Р5 уже. И там, в принципе, вон еще одна. Вибрид у тебя фиолетового оружия, матерь божья. Ну, правильно, ты много крутишь. У тебя и голды-то две строки уже. Не забывай, у меня монитор шире. Спасибо большое. Знаешь, чё? Ну все, счастлив. Отдай, я негодую. Эту струну. Бревно ее полено, как ее. Ты еще Юлю не качал? Ну, бедная. Вообще, ну. Грац, наверху. А где она? Наверху, наверху, сам наверху. Три погибели. Сигна Дэхи и ее Сигна. Все. Ну, дураков-то. Так. Значит, надо... Где на Янка? Янку... Вот она, вот розовенькая. Ага, ага. Она с Фаонием. Ну да, Фаони — это не ее книга, конечно. Наверх, наверх. Угу. Ну, вон эти две. Одна на клей. Еще, а третью кому будешь давать? Не знаю. Могу Нинке дать. Ну вот она, да, или Нине, или Моне там, я не знаю уж как. Либо Лисе. Лисе хорошо вот это вот, насколько я помню. Это Казик. Казик же, да? У меня Нина с янтарем, по-моему, ходит. Ну все, топовые женщины с топовыми книгами. А эту кому дать? Кого? Очко? Нет. А, погибель? Ну, он. По цвету подходит нормально. Да, красиво. И Исаю тоже устраивает все. Да. Ой.